А тот арабский называется просто Нацер. И сейчас вот я встретил одного моего знакомого, который в этом городе живет. Он говорит, переименовали наш город, теперь не будет больше Нацрата Элита, будет Нов Агали. Нов — это вид, обзор, Галил — это еврейский город. Не знаю, как это приживется название или нет, но Нацрат Элит вот там справа, верхний Назарет. И возле арабского Назарета, возле еврейского Назарета очень много находится...